Я всех приветствую, с вами 5P74. Мы продолжаем играть в Resident Evil Zero. Искать Билли. Так, ленту, пожалуй, ставлю здесь. В прошлой части мы встретились и убили тирана, так неожиданно довольно-таки. Запустили лифт, я не знаю, как он запустился, как тиран вроде сломал выключатель, но лифт все равно работал. И узнали, что этот фабрика, завод находится прямо рядом, и можно пересекать на лифте все этажи с первого по четвертый. Так, давайте теперь посмотрим второй этаж. Что он нам покажет интересного? Главное, чтобы не задницу какой-нибудь. Так, знакомые места. Патроны от Магнума. Я вижу патроны от Магнума. Это хорошо. Вот, перезарядились. Кто там шлепает? Я надеюсь, это не Глистмен. Наш горячо нелюбимый так. Может, кому-то он нравится. О, господи! Вы что меня так пугаете? Хантеры проклятые. О, господи. Как мерзко, фу. Ладно, ничего страшного, у нас аптека была. Что за чертежи, планы? Разнарядка на месяц для рабочих. Что надо сделать, что не надо сделать. Ну, еще две травы. Это хорошо. Как раз комбинируем их. Так, дверь открыли. Ну, я думаю, мы туда не пойдем. Оружие у нас есть. Да, и нам пока там нечего делать. Поедем дальше. Так, а мы с какого этажа-то приехали? С третьего? Что-то я уже запамятовал. Ой, ё! Что за извращенец там наблюдает? Игра кончена. Ты и твои друзья меня больше не забавляют. Самое время от них избавиться. Теперь ничто не помешает моему отмщению. Петь какой-то такое ощущение нетрадиционной ориентации. Возможно, это доктор Маркус, помолодевший, впрыснувший в себе литр ботокса из пиявок. Наверное, такая современная медицина. Билли! Сколько он тут продержался?
только не в говнопомойку. Обалдеть, как же он тут провисел. Мне совершенно не хочется знать. Да елки-палки. Как оно успело отойти? Самое главное, чтобы когда мы нашли были, а я надеюсь, мы его найдем, все патроны и все вещи, которые были у него, были при нем. Я как-то не хочу потом ходить с пустыми руками. Канистр, сейв-рум. А бутылок нету. Вот попадется ли чмон, что делать? Я все бутылки отдал Билли. Чтоб ему пусто было. Ух ты. Почему здесь стекла нельзя разбить или еще что-нибудь? Пистолет, патроны. Ну пока хватает. Сейвкаться пока не будем. Что там за станция такая? Так, изменения. Тремя кликами надо все запустить, что всю систему. Давайте еще попробуем. Так. Нет, что-то мне кажется, не... Так. Давайте вот эту. Ну. Чёрт, наверное, ниже надо было брать. Все, попробую ниже взять. Это мне одну игру напоминает, один квест. Так. Так, попробуем. Опять не то. Все, кажется, нашел. Потом вот это. И вот это. Есть. Заработала! Паприка заработала! Вау! Мужики, возвращайтесь на работу! Кризис закончился. Да я вижу, что энергия возвратилась. Так, видимо, лифт тоже заработал. Поехали. Проедем. Проедемте наверх. А нет, вниз. Ну ладно.
ребят, я уже по вам соскучился. Да куда ты смотришь? Вот смотри. Рабочие восстали. Да ему вообще все пофиг, куда ты. Прям вообще четко попали в голову, в головешник. Ай, блин! На тебе яйца за это. Или что там у тебя? Стал. Вот так вот. Дурацкая камера этих хоррор игр подставляет нас самих в руки зомби отвратительных, поганых. Фу, как это мерзко. Что у нас здесь? Есть что нажать? Так, тут еще травы. Это хорошо. Место есть. Смешать. Ставить где save room или прям здесь. Так, я пойду бутылки наполню спиртоганом, строю вечеринку. Так, наверное, сохранюсь, продолжим в следующей части. С вами был 5x74, не забывайте подписываться, комментировать, ставить большие пальцы вверх, мне очень приятно, может я даже продуктивнее буду работать, если вы будете ставить пальцы вверх, всем удачи и пока, до следующей части.